часто говорят, что опыт работы дальнобойщиком год, два года, три года. По большому счету в этой работе нет ничего сложного. Я сейчас нахожусь в городе Индианаполис, штат Индиана. Но вот иногда возникают вот такие ситуации. Вы видите всего лишь один док, он очень узкий. И с другой стороны парк, то есть пул-ап практически делать некуда. Нужно будет заезжать под 90 градусов. Ну, не совсем под 90, но тем не менее. Вот. В этом случае, конечно, нужен опыт, а желательно еще человек, который будет подсказывать немножко. Я думаю, что я кого-то попрошу. Ну, в принципе, я могу и сам заехать туда. Ну, минут 10-15, конечно, понадобится, скорее всего, если аккуратно. Ничего не зацепить, потому что, видите, слева-справа столбы стоят. Ну, вот это называется опыт. Ну, неужели для этого нужен целый год, чтобы научиться? Я думаю, что когда просят опыт работы от одного года, это слишком завышенная планка. Не такая уж это великая и сложная работа дальнобойщик, как рассказывают, как это, experience, там, 5 лет. 5 лет что? Баранку купить? Experience, ну, не знаю, я в этом.